Motherland. Eto, Motherland za lud Mavriki. Da, только что я вернулся с путешествия по Африке. Давно мечтал, наконец-то был я там. Вот. Сейчас можно спокойно отдохнуть. Потому я и пригласил... 25 гостей, принесу 25 кассет. Так. Надеюсь, Маркус мне поможет найти фильм, который мы будем с друзьями смотреть. Майнкрафт Пик первый. Ну? Сборник мультфильмов 12. Конюковая Бонифация, Шипокляк, Кентервильское привидение. Посмотрим, не скажет он. Самому все озвучивать надо. Бонифаций работал в цирке, а потом решил отдохнуть. Вот съездил так само, как я, на отдых. Зомби прибыл. Ну, давай. Сборник мультфильмов 38. Оранжевый горлышко, волшебный квад, олень и волк. Давай посмотрим. Ни одного мультика из вышеназванных я не видел. Это гнезда. Пора! 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 Кто куда? Мы к лесу! Мы за лесу! Это, наверное, оранжевая горлышко. Я первый сказал на Костеничную горку. Нет, я первый. Нет, я. Тронь только. Видите, вам голос слышу. Ах, они убьют друг друга. Я-то уж... Ох ты! Вот тебе и ох ты! Какой ужас! Ну, тронь! И тронул! Бровкин, Подковкин, прекратите сейчас же драку. Если бы не она... Вспомнил я этот мультфильм. Очень интересный и красивый мультфильм из моего детства. Ну? Астерикс прибыл. Ну, давай, показывай. Он принес неизвестную. О, неизвестность. Это всегда так манит. Да, это какой-то российский фильм, записанный с Первого канала. Надеюсь, YouTube подскажет, что за название этого фильма.
Хэм прибыл. Ну, давай. Терминатор, Терминатор 2. Ну, это должно быть всеми известный губернатор Калифорнии, сам Шварценеггер. Годы на то, чтобы научиться управлять своим телом. Мы, как политтехнологи, должны наблюдать за собеседниками, да, за оппозицией, какие позы она демонстрирует по отношению, собственно, к нашему подопечному. Я думаю, что многие сейчас, посмотрев на жест палец у рта, узнают его, вспомнят плакаты советских времен «Не говори». Так вот, этот жест «Не говори», да, он, собственно, так и трактуется. Человек пытается остановить себя. Про политиков всемирных, всемирно известных политиков. Так. Свинка Пеппа прибыла. Ну, давай. Серия волки Элвис Пресли. О, это же король. Король Элвис. Был король Фредди Меркури. Но Элвис тоже был королем музыки. В данный момент, извини, ты просто мудак. Почему? Да тебе хрущ сам власть. Прям в руки передают. Ну что такое второй секретарь при первом, который все время в разъездах? Это все. Какой-то российский старенький фильмец. Даже не вспомню название. Ну? Джон Сена прибыл. Задание выполнено. Король Лев 2, освободите Вилли. О. Ну, посмотрим. Скорее всего, это сигнал бедствия. Это киты. Они направляются прямо на остров. У них большие неприятности. Они дезориентированы. Внимание, перископ. Прекрасно. Все получается. Этот звуковой импульс поможет мне. Я слышу их с самого начала до самого конца. Теперь они будут у меня в руках. Они выбросятся на камни и не должны... Это был «Освободите Вилли», если что. Да? Не знаю. Я очень сомневаюсь в этом. Конь Бузай прыгнул. Ну, давай, коняшка. Там, где скрыта тайна. О, ну, что же это? Что за тайна? Мне нравится разгадывать тайны. Пирог, да? Неплохо. Привет, как дела? Поздравляю, придурок. Простите. Стифлер? Привет, Джим. Что ты здесь делаешь? С праздником, засранец. Это я сам сделал. Положи торт на место. Вот только затерялась в почтовом ящике. Да заткнись ты. Слушай, я серьезно. Черт. Стифлер. Расслабься. Посмотри, что ты наделал. Посмотри, что я наделал. Кто это дерьмо испек? Теперь доволен? Зачем ребенок? Не видели такого. Не знаем.
панда По прибыл. О, давай. Учитель Шифу вам приедет. Французский поцелуй. О. Надеюсь, это не то, о чем я думаю. Плачу от счастья. Because потому что знаю, что у меня... I know. У меня все получится. I will try. Все получится. Триумфальная арка как раз. Так как они называют эти пляжи? Это для кого-то. Что это значит? Голубое побережье. Как голубое побережье лежат там рядом с тобой? А в Ганнице нам Ницца. Ницца? Да. Это прекрасно. Тебе понравится. Неплохое начало. О, Жан Рено был в роли полицейского. Французский поцелуй. Надо будет запомнить. Жан Рено в плохих фильмах не снимается. Бэтмен прибыл. Да, Жан Рено, это круто. В беге времени. Ну, посмотрим. В чем там время бежит? Куда она бежит? Старенький зарубежный фильм. Ничего не могу сказать. Так. Ну, кто там есть еще? Ирейзер прибыл. Так, ну давай. Показываю свою. Он тоже неизвестный прибыл. Да? Частную запись своего хозяина. Ой, извините. Ну ладно. Это столик неплохой был. Я бы засел там на пару часиков. Лолипоп прибыл. Ну, давай. Тренировочный день. Ох. Дензел Вашингтон. Один из любимых моих, самых любимых моих актеров. Благодарю. Вашингтон. Что случилось? Чувствую себя, как на отборе в футбольную команду. Скорее бы наступило завтра, чтобы узнать, взяли меня или нет. Завтра, пусть будет завтра. Я уверена, что ты справишься. Честно? Угу.
сказал правитель, кто Сан-Андреас, тот и тот самое место, да, где в Кацеле, в Сан-Андреасе. Не надо, спасибо. Поешь перед тем, как пойдем в контор, замочим. Спасибо. Вашингтон. В описании фильма тут и один это хороший коп был, а второй это был плохой. Да. По сюжету фильма был. Как? Тренировочный день. Да, тренировочный день. Да, надо запомнить. Этот фильм я видел, ну, по-моему, один только раз. И уже много чего Крим не помню. Крим был. Ну, давай. Одержимые. О. Что это такое? Проверим. Одержимые. Одержимые. Самый сексуальный фильм о вампирах. Ага. Очередная вампирская сага. Еще раз повтори, как тебя зовут? Шон. Шон. Я когда-то имел дело с одним парнем по имени Шон, он меня подвел. Мистер, вы можете положиться на меня. Мы это запомним. Эта женщина хочет, чтобы машина была доставлена ко вторнику. Осталось 5 дней. Хорошо, я смогу сделать это. Мне плевать, как ты все это сделаешь, только бы она ко вторнику была на месте в полном порядке. Если этого не будет, то эта сука задаст мне. Да и тебе не поздоровится. Да, мистер. Худ, что ты, черт возьми, ешь? Не твое дело. А что сказал доктор? Пошел этот доктор. Ты закончила с бумагами? Ты это говорила час назад. Так и есть. Днем вампиров нет. Но наверняка наступит вечер, и станут появляться вампиры изо всех углов. Так, зря он туда пошел работать. Фейри прибыл. Ну, давай. Монстр! О, монстр, монстр. Что-то я видел один фильм про монстра. Но там было про девушку. Главной роли. И вообще не про монстра. Октября, в результате переворота, к власти в России пришла малочисленная, но сплоченная партия большевиков. Идейным вдохновителем переворота был признанный вождь партии Владимир Ленин. Военным руководителем переворота был Лев Троцкий. Члена ЦК партии Иосифа Сталина среди руководителей и непосредственных участников переворота. А, это не ясно, это про Сталина. Не приняв... Это российский фильм. А есть еще зарубежный фильм «Монстр». Так. Маша прибыла. Так. Ну что, здорово, сейчас посмотрим. Монстр 2. Да? Девочка смотрит такие фильмы? Да не, я тут у Миши нашла кассету, завалявшуюся. Хватил 35 губерний. В этом чудовищном бедствии больше всего потрясает судьба детей. От голода и его последствий погибло более 5 миллионов человек. Если бы не международная помощь продовольствием, медикаментами, одеждой, число жертв было бы больше. Ну да, это Вторая Великая Отечественная война. Так, ну, что там дальше? Теннисбол. Ну, мячик. World Hits 43. О, мировые хиты. Ну да, после такого монстра надо послушать что-нибудь приятное, музычку какую-нибудь. О, это же девушка, певица. Ну? Это скутер был. Скутер, да. Мне напомнило звуки сирен в океане. Маноло прибыл. Нос. Познакомьтесь с испанскими ритмами.
кстати, другие будут клипов приносить. О, круто, давай. Испанские ритмы, это интересно. Такую певицу. Маркус опять нашел песню, которую я совсем не слышал. Сопры. Ого. Давай. Звуки пилы. Сейчас будут звуки пилы. Куда недалеко до пили, небо подняться на рассвете и лететь, куда глаза глядят, чтобы воля. Алла Пугачева, кстати. Я у нас милый, что в Латвии, кстати. Это Юрмала. Если что, это где называется? Ой, мои мысли, мои мысли. Сама Пугачева приезжала туда каждый год. Нравилось звездам российским отдыхать у нас в Юрмале. А теперь все, границы закрыты. Смурфик порвал. Ну, давай. Что слушают смурфики? Клаудия Филипс. Еще? Ну, миньон, например. О, сейчас мы услышим, что же слушают миньоны. Это сок был, рыжий ап. Да, помните видео с Индука, где он рассказывал про этого зверька? Да, или сок, или шоколадный батончик. Я уже забыл. Да, Индук сказал, что это йогурт. Йогурт? А. Слушай, ну, не кидайся, а то крышка тебе будет. Продолжим. Алекс прибыл. Ну? Давай. Что же, после циркового представления слушают посетители цирка.
Они вызывают такси и едут домой. Мы приедем в наш старый дом и не включим в прихожий свет. И обнявшись с тобой вдвоем, встретим мы золотой рассвет. Ты прости мне мои грехи, что были в моей судьбе. Ты прости мне мои стихи, все, что были не о тебе. Такси, такси, вези, вези, до ночных домов, мимо щитов. Николаева и Наташи Королёвой. Так, дальше. Юникити. Ну, давай. Кстати, похож на кассетный магнитофон. Со своими глазками. Советской эстрады. Ну-с. Странный парень прыгал. Так, давай. Странный парень что-то там нам притащил. Была такая певица латвийская, популярная. И в России тоже. Макдональдс прибыл. Так. Ну давай. Послушаем песенку, а потом я тебя съем. Словно фалый снег, затих, как осенний сад. Его Авраам Руссо. Не вернуть назад. Да, самый-самый крутой. Ну тот, который крутой. Милый, до Серова тебе еще далеко. Так. Ну-с. Персонаж из «Звездного пути» прыгал. Ну, посмотрим, какая музыка звучит в ихнем звездолете. Thank you.
состав песен группы «Кино» и Роберта Майлса. Так, ну, есть там еще кто-нибудь? И последний. Пусть это волк из «Ну, погоди». Ну, заяц, погоди. Маша я, Маша, поиграй со мною, поиграй со мною. Ну, Маша, погоди, сейчас посмотрим. О, это опять какой-то Новый год же у нас встречают. Очередной Новый год с Николаем Басковым. Осталось. Не помню, 3 месяца до Нового года. Надо уже думать. Так, ну что мы будем смотреть, Маркус? Тренировочный день.